А пока одни будут отдыхать, у других наступит горячая пора. Специалисты областной службы МЧС рассказали, как будут работать в новогодние праздники. По их прогнозам, в это время число пожаров, несчастных случаев и прочих ЧП возрастает в несколько раз. Спасатели напомнили о том, что особому риску подвергаются дети. Ведь взрослые могут чересчур увлечься празднованием и не заметить, как ребенок получит травму. В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют быть бдительными и не оставлять детей одних. А чтобы уберечь жилье от пожара, нужно следить за исправностью печей и электронагревательных приборов. Спасатели, в свою очередь, уже сегодня начинают работать в усиленном режиме. Руководящий состав всех подразделений наших переводится на круглосуточный режим работы. О том, что вводится в расчет резервная техника, пожарная техника спасателей, которые готовы к реагированию. В целом, это довольно-таки большая группировка, готовая к тому, чтобы реагировать. Обеспечивать безопасность саратовцев будут не только представители МЧС, но и медики, а также сотрудники полиции. Все службы в период новогодних праздников будут переведены на усиленный режим работы. В области запланировали провести более 1000 мероприятий, в которых смогут принять участие 400 тысяч человек. Общественный порядок на народных гуляниях будут обеспечивать более 6000 сотрудников полиции.